Так, и снова здравствуйте, дорогие зрители моего канала. В этом видео буду много говорить, озвучу несколько теорий по поводу того, что у нас будет дальше здесь происходить, в связи с тем, что с очень небольшим отрывом, практически чудом, но Лазарес все-таки выбилась в первую тройку лидеров на наших выборах, поэтому контент обязательно будет. Поэтому есть слово. Значит, здесь дело вот в чем. У этой франшизы откровенно человеконенавистническая позиция, просто в принципе у автора. Поэтому здесь сразу говорю, я не думаю, что сторона, которая реально понимает, с кем она собирается быть, на чьей она будет стороне, в общем, будет здесь в проигрыше. Если Лазарес вызывает какие-то напряги и сомнения, у нас есть вот это вот Little Queen. Которая ненавидит людей еще поболее, чем Лазарес. И это нормально для любого мира. То есть здесь вопрос, на чью вы сторону встаете. Если вам от этой франшизы надо наконец увидеть, как все живут дружно, надо полностью забивать на людей и давать руль таким, как Лазарес. И тогда у нас будет интеллестия, которую вы видели, и все будет хорошо, но возникает вопрос, потому что мы так до конца этот момент и не прояснили. Это Лазарес. Это Лазарес с Люминаси. И мир ее Жилдия, она Зильдия, она, может быть, сейчас сама скажет. Вот это вот. То есть конкретно вот это Лазарес к Антилестии и тому, что происходило в Астерии, никакого отношения не имеет. То есть понимаете, да, что здесь происходит? Здесь происходит перекладывание ответственности. Чтобы сдвинуть ситуацию в лучах, мы голосовали за Лазарес в основном из-за того, что Лазарес в Астерии сделала после третьей главы Астерии. Но мы не можем игнорировать тот факт, что этот ее прекрасный мир все равно напал на Арк. Вы видели, что сделал Коготь и другие львы. Поэтому сразу говорю, здесь, если действительно сейчас ситуация развернется в нашу пользу, это будет гораздо лучше, естественно, для Юри персонально. Для настоящего Юрия вот в чем дело. То есть привыкать мы будем долго. И это будет страшнейший удар ниже пояса фанатам всех сторонников, фанатам и всем сторонникам того, что материнская серия никак не связана с кроссоверами, никак не связана друг с другом. Если сейчас Radiant Mythology 3 реально начнет играть ту роль, которую она, в общем-то, негласно играла всегда, я думаю, что в России только мой канал сможет давать хоть какие-то пояснения по тому, что будет происходить дальше. И наша дорогая Эархард, это пока вообще вопрос тоже совершенно особый, потому что вот того, что с ней произошло, не ожидал никто.
なかったんだけど、実は結構気に入ってるんだ。世界を破滅に導くなんて、あの人とは真逆の存在だね。То есть со самим концептом Дисендера здесь в принципе что-то не так, и по этому поводу у меня нету никаких предположений. Все развернуться может очень некрасиво. Еще. Вот. Сейчас меня одолевают с тем, что а докажите эту тему про богиню. Ну, что я могу сказать? Докажите мне обратное. Потому что если вы посмотрите все-таки внимательно на нашу королеву, которая стоит тут и поливает людей. Сейчас еще разочек, я хочу, чтобы у нее глазки были открыты. Ну, не вредничай. Вот. Я думаю, не считая того, что он тут немножечко парит, вы бы мне ни за что не поверили, что это не человек. Потому что с ними нет такой банальщины серии, там ушки острые или что-то можно понять. Не-а, нельзя. И если у таких, как королева, напрочь отсутствует какая-либо вообще социализация, то тех, кто в обществе пожил, вы не отличите от людей. Ну, не считая двух десятков закидонов, на которых Юрий попалась, наша дорогая. Вот. Поэтому я хочу сказать, что я очень довольна тем, что поддержали Лазарес. Все-таки понятное дело, что победят Тьер и Регрет из Бездны. Там гораздо больше людей за них голосовало, в принципе. Но Лазарес все-таки задержала за собой третье место. И главу они сейчас зажали. То есть, может быть, имеет смысл сейчас ждать какой-то сюрприз. И если это будет что-то связанное со Scarlet Nexus здесь, в лучах, я реально... Я уже сказала, все себе отсмею. Что не хватало еще перед их коллабом в Аразии еще втащить их сюда. С их мозгоедами. Это будет просто вообще. То, что в Терноног не хватало. Так. Ну... Что здесь еще можно сказать? Пока ждем, потому что, может быть, все-таки глава будет. Даже если не будет, у нас впереди юбилейная гулянка Астерии. Насчет этого хочу сразу предупредить, что Юрия сейчас в обоих мирах, в общем-то, уже можно сказать, что полнейшая кондиция. И, разумеется, он гораздо старше, чем вам это дают данные по хосту в Весперии. То есть информация «парень 21 год» — это по Терноног устарело уже на 5 лет, а по Астерии я вообще не знаю, потому что Интеллистия — это что-то очень странное, мы не знаем, сколько она существовала, мы не знаем, сколько на самом деле Коготь и остальные львы работали на Лазарес. Эта Лазарес нам вряд ли чем-то поможет, потому что у них не было контакта с той Лазарес. И, в принципе, вы должны понимать, что вот эта Лазарес — это другой персонаж. Как и вот эта Канонна — это другой персонаж.
То есть если вы здесь хотите относиться к тем, кого вы любите по Астерии, так же, как в Астерии, этот номер не прокатит. Лучше все-таки ознакомиться с тем, откуда взяты исходные данные. Это наши два мира, важных очень грани, да и откуда канон Эрхард, как реинкарнация Пасхи канонна, потому что Гранида — это дочерний мир Пасхи. И Люминасия, откуда у нас идет вся свистопляска с Лазарис. Не путайте с Люминарией. Люминария пока никаким боком вообще не имеет никакого отношения к основному телу франшизы, поэтому за Люминарией я не слежу. А Люминасия — это наш один из основных миров. И за то, что они назвали совершенно не относящуюся к делу игру так похоже, тоже нету современному курсу нам к прощению. Мы ждали совсем не того. Что представляет из себя Люминария? Поэтому, кто хочет звать ту игру Ламинария, я не обижусь. Поправлять не буду. Чтоб не путаться. Вот. Ну, в принципе, наверное, все я рассказала. Этот банкет явно еще не окончен. Люди, которые сейчас воспринимают эту ситуацию так, что у Юры, которого они знали, у крутого парня, еще не дай бог, гея Стерка Люмерис, появилось второе я из-за того, что на него свалился вот этот вот неопознанный в белом халате, нет. Ситуация совершенно не такая. Там поставился апгрейд, и никакого нового я не появилось. Это просто обмен данными произошел. То есть вот эта вот особь в курсе того, как она жила в Астерии и в Антелестии теперь. У них совершенно сумасшедшая сеть, которая действует через миры. Поэтому, когда начинаются вопросы, что я наезжаю и не считаю здесь во франшизе кого-то за людей, здесь очень много разных совершенно рас. Все они с позиции таких, как Лазарис и Королева, все они люди, которых они ненавидят. И выделяю я особенным пунктом тех, кто улей, у кого мультиличность в порядке вещей, есть контакт со своими другими жизнями в казанских мирах, потому что, считаю, вот этот товарищ демонстрирует потрясающую осведомленность в очень многих вопросах. Я не удивлюсь, если потом окажется, что вот то, что они показали, вот как это произошло по части их контакта с его я со Стерией, это только малая часть того, что на самом деле тут уже успело на происходить. И еще раз говорю, шиперам лучше от шипов воздержаться вообще здесь. Потому что сейчас у нас люди узнают много нового и интересного о Лазарес. В любом случае, потому что там будут два дополнительных скита и какие-то фразы на логин-бонусе, когда будет следующий The Race of Festival. А будет это ориентировочно месяца через 3. Я посмотрела, вот последний был как раз 3 месяца назад. Поэтому у нас есть 3 месяца на то, чтобы накопить на гачо. Ничего, конечно, не гарантировано. Не гарантировано даже то, что
то, что мы получим, нас обрадует. Но тем не менее. По поводу... того, насколько важно сейчас нам грамотно отследить то течение, которое сейчас начнется во франшизе, ну, вы уже видите, что много очень деталей в той же самой Весперии были очевидными, но для многих это были шутки, часть была неправильно переведена и так далее и тому подобное. В общем, совершенно не в коня корм, и ни в русском, ни в английском переводе Весперия вам не поможет. Здесь совершенно. Именно с точки зрения того, кто там перемещался и как из пункта А в пункт Б. Но по части мира, именно лора, если с этим всем поразбираться, полистать книгу Джудит, в общем-то, лишним это не будет. Потому что последняя глава, она была полностью в этом коллективном сознании. Просто вся полностью. И закончилась она там неинтеллигентно. И анонс пока нету дальше. Обычно каждый месяц, но вот сейчас что-то с этим проблемы какие-то. Может быть, из-за фестиваля, может быть, еще из-за чего-то. Ну, из-за фестиваля я имею в виду вот из-за этого. Где сейчас голосовали за Лазарес. А вот. Ну, я думаю, пока на этом остановимся, пока все в подвешенном состоянии и неизвестно, будет вообще YouTube работать дальше или не будет, и как оно вообще все пойдет. Но если все будет работать, эту ситуацию все-таки я постараюсь на своем канале до конца осветить. Но мы должны сейчас быть очень осторожными, потому что нельзя выдавать дырявый лор с додумками, как мы его видим. Например, что мы знаем о нападении Интеллистии на Арк? Что на Арк они сказали, что не Лазарес отдавала приказ, и мы, в принципе, видели, что на самом деле это было семя, а не Лазарес. Но здесь возникает у меня очень большая тогда оговорка. То есть, либо львы... Тут три варианта. Либо львы реально накосячили и выполнили приказ не Лазарес. И черт, что тогда вообще творилось в Интеллистии, и все наше представление об этом рае рухнет. Это раз. Один вариант. Второй вариант, что вообще-то никакого косяка не было, что это Варк просто увидели по факту. Кто именно участвовал в нападении на Арка, это уже будет означать, что на самом деле Лазарес с семенем в сговоре. Что, конечно, будет очень интересно. Если это так. И тогда это уже снимает со львов все эти бирки про дураков и идиотов. Но здорово дискредитирует, конечно, Лазарес для тех, кто не хочет ее реально видеть миром-агрессором.
А я, конечно, все-таки думаю, что Интеллестия была раем только внутри. Но я говорю, мы уже, в общем, сделали свой выбор. Я сказала, что мы, по сути, сейчас с этим Юрием, который на очень сомнительном концепте по шумерской мифологии, уходящем в очень серьезную, которую небезопасно копать, демонологию, прописан по очень сомнительным брату и сестре-близнецам, а я как раз вчера еще увидела формулировку, что вообще-то Астарота называли братом Азазеля, то есть братом-близнецом. То есть это сестра, но называли все равно ее братом-близнецом. Так что там можно вообще... На эту тему сейчас мозги не парить. Мы уже прикинули все риски того, что там за концепт. За персонажем наблюдаем очень внимательно, пока нового состава преступления у нас нет. По части Интеллестии все очень мутно, и надо спрашивать, я уже сказала, вот эту вот особу там, в Астерии. А это невозможно, потому что они ее разломали, она сейчас, в общем, вне зоны доступа, скажем так, с ней не поговоришь. Вот. Поэтому, если откинуть все вопросы личные, закрыть глаза на ворона, пока реально состава преступлений, чтобы сказать, что все, ребята, совершенно нельзя было фанатить персонажа, пока такого сказать я не могу. И надеюсь, что не скажу никогда, потому что эта франшиза настолько долбанута, что, скорее всего, автор все равно будет на их стороне. А люди могут идти курить бамбук. Или хотя бы не мешать. И пока реально кто-то вроде Лазарес не наведет тут основательно порядок, ничего у них хорошо не будет. Как уже было показано в Астерии, то, что пытались сделать в Берсерии, Лазарес может сделать гораздо лучше. Поэтому мной решение здесь принято однозначно. Я проверила, чтобы у меня в моих любимых персонажах ни единого человека не было. Имеется в виду из тех, кого такие как Лазарес к себе не подпустят ни за что. Вот. И будем наблюдать. Этот бардак дальше. У этого бардака, конечно, растет возрастной рейтинг и вообще градус всего, что здесь происходит, потому что вот теперь Арайс кросится со Скарлетт Нексус, который с РД. Стери уже с ним кросилась. И так далее, и тому подобное. Но мы здесь все, я надеюсь, люди взрослые. Так что как-нибудь осилим. Хуже всего, конечно, тем, кто помогает сразу рыть мифы по поводу имен, названий, чтобы
всякие Юри Лоуэлл не заставали врасплох, так как это уже случилось. Мое заключение такое. Теоретически в мультиверсии могут шастать эти близнецы. Но нам от этого легче не будет. Потому что когда одна душа, то это, в общем, уже в их случае дело проигранное сразу. Здесь уже никакую индивидуальность не отобьешь. Если у нас просто с этой стороны сидит Юри Лоуэлл, с той стороны сидит Юри Лоуэлл. И все они Юри Лоуэлл, ничего с этим не сделать. И можете им давать отдельные имена сколько хотите. На этом концепте тут, в общем, не судьба. Отбить того, кого хотелось... Ну, может быть, все-таки до конца не оскотиниться. Так, кем он оказался, вот так скажем. Все теории, включая теорию про Сакую, пока отменяем, в смысле, ну, откладываем в долгий ящик. Потому что там уже должны вплотную подойти к этому главы. И посмотрим сначала аккуратно курс, как пойдет. Вероятность очень высокая, что это будет использовано в сюжете. Но там на самом деле очень много всего еще. Что нужно рассказать и объяснить. И если они будут рассказывать и объяснить вообще все, то это как раз займет, наверное, еще следующую арку сюжета. То есть еще бодяга на год. И я сначала была готова по Висперии вообще сдаться. Но поскольку автор, как я уже сказала, людей ненавидит. И они дали Radiant Mythology 3 как вариант на сейчас голосование, и мы все-таки прошли в тройку лидеров. Я решила, что все-таки немножечко смягчу свою позицию, и у нас будет здесь такое реально наблюдение за тем, куда это все дело поведет дальше. Главное, я очень прошу всех не нервничать, потому что информацию дают очень часто сперва ложную. И даже по поводу этого нападения на Антилестию, отдельно, конечно, участников можно ругать долго и со вкусом. Ну или жалеть, не знаю, причем еще с какой стороны кого. Но... Все равно, что конкретно произошло, у нас информации нет. На этом все. Уложилась я в полчаса. Давайте ждать дальнейшего развития событий.